видео про то, как в нашем городе убирают снег. В 24-м году в Ростове-на-Дону снег, похоже, решили не убирать. То есть я вот никогда такого не видел раньше, чтобы улицу Пушкинскую не чистили, а ее не чистят. И снегопад, который был, он был позавчера, то есть вчера все должно было быть убрано. Они говорят, мы там столько-то там снега вывезли, ничего они, ну вот с Пушкинской ничего они не вывезли. А это наша единственная в городе велодорожка от Соколова до Чехова новая. Посмотрите, вот она в снегу. То есть велодорожку не чистят. Я им один год писал, второй год писал, видео снимал. Не, чистить велодорожку не надо. Ну, то есть, если у нас едет какой-то велосипедист по тротуару, значит, его можно штрафовать, понимаете? Что это значит? Это вот фактически означает, мы запрещаем движение велосипедистов на Пушкинской, потому что вы едете не по велодорожке. Ну и посмотрите, какая уборка снега. Ее не было. Я такого не припомню, чтобы Пушкинскую не чистили. Обычно эта центральная улица чистится. Что случилось в 24-м году, я не знаю.